Выясняется, что неподготовленным туда вообще не стоит ехать. Да даже если человек готов или как-то подготавливается и так далее, лучше еще подумать, надо ли ему там оказаться. Для чего федеральному СМИ нужны региональные новости? Для того, чтобы мы знали, чем живет страна, чем живут люди в регионах. Это очень важно. Потому что от этого зависит ведь и то, какие федеральные новости людям интересны. Статистика показывает, что люди, наоборот, сейчас переходят в Телеграм, а с сайтов уходят. Плюс в связи с недавними событиями, когда у нас Google перестал ранжировать наши новостные сайты, это очень сильно повлияло на статистику. Я хотела бы пожелать оренбургским журналистам больше смелости, больше открытости, отпускать себя больше. Вот у меня такое ощущение, что слишком часто некая внутренняя цензура мешает журналистам раскрыться до конца.